Желаю вам всего наилучшего. Владимир Путин. Праздник. Лучшим организатором физкультурно-спортивной работы по месту жительства в номинации «Спорт для всех» становится Шабриков Илья Сергеевич. Друзья, всем привет. В общем, третий год подряд я в финале. Наконец-то я выиграл премию, занял первое место в номинации «Лучший организатор физкультурно-массовой работы». Работы в городской среде. Безусловно, мне приятно, что номинацию мне вручили как раз на столетие Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации. Тут такой, как сказать, аншлаг, столько энергии, потому что столько, очень много олимпийских чемпионов в одной площадке еще не встречал. В общем, благодарю свою команду, это, безусловно, наша общая победа. Огромное спасибо администрации городского округа Красногорск, всем нашим спонсорам, меценатам, правительству Московской области, а также Министерству спорта Российской Федерации, который последние два года выделяет грант, и мы уже вышли на новый всероссийский уровень с точки зрения проведения мероприятий. Поэтому еще раз спасибо всем, кто в меня верил и кто до сих пор продолжает верить в работу спортивно-патриотического клуба «Ярополк».